Дамы и господа, здравствуйте, с вами Варлок, и сегодня мы играем в рюкзаки. Снова возвращаемся к рюкзакам, тут патч новый, интересный, наверное. Так, что тут по балансам? Ну, какие-то тут изменения камней, да, надо будет посмотреть на камни. Да, много изменений камней. Улучшили счастливую свинку. О, как раз сейчас за охотницу поиграем. Счастливую свинку. Она теперь апгрейдит два предмета, но шанс меньше дает. Угу. Так, тут небольшие изменения всякого там. На 0,1 секунду что-то поменяли. Да, хорошо. Хорошо. Патч, да. Играем за охотницу. Поехали. Платина. Что, сегодня мастера берем? По-моему, 30 нельзя получить за забег. Ну, можем попробовать. Погнали. Опа, шкатулка со старту. Слушай, ну, ты видишь шкатулку в первый раунд? Ты берешь шкатулку в первом раунде, да? А банан обязательно, второй меч и камень тоже, наверное, ну, практически обязательно. Но я точно хочу взять шкатулку, окей? Это такая билдообразующая штука. И нам не хватит на банан. Не хватит на банан, меч и заточку. Хватит на меч и либо банан, либо заточку. Давай, наверное, банан покупать, потому что банан рулит. А заточку заморозим на следующий раунд. Угу. И заодно посмотрим все изменения камней, которые там в патче, да? Угу. Так, меч 1.3, ничего не изменилось. Рюкзак рейнджера, его меняли, мы еще вроде не с измененным не играли. Дает 10% шанс крита и 3% за каждый... единичку удачи. Ну, вроде как-то так, да? Хорошо, поехали в бой. Погнали. Два меча, банан, шкатулка. Ну, шкатулка нас ослабляет в первом раунде. Может быть, мы проиграть. Ну да, там он метла, видишь. Метлы большой урон, плюс заточка. А мы взяли шкатулку. Без заточки. Сейчас купим заточку. Сейчас. Ой, какой шлем. Хо-хо, быстро. Желтый камушек. Только ради Насти. Она супер. Warrior, спасибо большое за донат. Да, Настя супер, все правильно. Спасибо большое за донат, Warrior. Спасибо за 100 рублей. Спасибо большое за поддержку. Так. Так, 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 так. Что у нас, 8 золота, да? Ну, например, шлем плюс свинья. Свинья для клевера, для улучшенной свиньи и шлем. Но не влезает. Вот какая ловушка Джокера. Джавушка Локера. Нужен нам шлем вообще в начале. Защищает от критов немножко. Снижает урон... на 25% на первые 3 секунды боя, в принципе, неплохо. Свинья экономика и как бы для лучницы хорошая нужная вещь. Места нет. Место будет, если мы клевер уберем. Слушай, может клевер и убрать? Один удачи в начале, типа, не так уж сильно решает. Ну что, удача дает 3% шанс крита. И 5% точности не так уж и нужно. А вот 3 секунды меньше урона получать, по-моему, это неплохо. Давай тогда пока так. И надеюсь, что нам выпадет место на следующий. Вот. Так, мы против факела. И двух бананов. Ну, факелу с двумя бананами мы, наверное, не проигрываем. Неужели проигрываем? Бананы так сильны, да? Проигрываем. Это мы вообще какие-то лохи.
Что у нас такой этот билд слабый получается? Интересно. Интересно, интересно. Бананы очень стронг, да? Прям невероятно сильные. Копье. Там есть новый рецепт этого нового легендарного копья. Затестить было бы неплохо. Панипак. Нам место нужно. Всё. Место берем и теоретически мы можем фанни-пак поставить так, чтобы он на два мяча. Ну, а мне хватает выносливости. Давай пробовать копье. Давай пробовать копье. Так. У него урон намного лучше, чем у мечей. Я бы сказал, что щит вначале круче банана. Щит тоже решает, да? 4 урона блочит. А меч бьет на 1-3, поэтому... Да. И ставки мы забыли. Ту-ту-ту-ту. Лечилка. Зелье лечения. Копье нужно пустое место. Ну, я хочу попробовать копье, хотя бы затестить его, да? Как нам под копье сделать? Нужно длинный рюкзак делать сейчас. Вот так. И... Может, тогда просто копье без мечей? Вот так. И в него вставить на ускорение. Вот так вот. И... Например, что еще, что еще? Ну, шкатулку куда-нибудь сюда. Банан, давай на ускорение тоже поставим. А, ну да. Не работает. Надо пустое место. Чтобы копье броню пробивало. Хотя у врагов брони-то и не будет особо. Че пробивать-то? Глупость какую-то делаем, да? Брони там особо не будет у врагов. Ну слушай, если мы пробуем копье играть, давай тогда продаем мечи, покупаем щит. Вот так. Забиваем на копье. В смысле, на его... На его прокачку. И на его активацию пока. Так, так. И свинью. И в этом наш гениальный план. Не, ну это я хорошо придумал, да? Места нет, ничего нет. И чего? Ну, не знаю, пошли в бой, получим по рогам. Че, я не могу в бой пойти? Пошли в бой. Так, ну давай копье. Ты хотя бы должно победить вон магичку эту дурацкую. Давай, критуй. Че, один удар, мы ее сделали. Че, один удар, давай. Нет, так а че оно не било-то? Какой у него Окей. Давай место. Место нужно. Ага. Собираем счастливую свинью. Радостную. Радостную счастливую свинью. Свинья есть. Было два промаха подряд. Копье промахнулось два раза, да? Молодец, копье! Что тебе сказать? Красавчик! Ну, мы сейчас не доживем вообще нисколько раундов. Нас сейчас задушат. Хочу ускорение для...
Хочу ускорение для для копья. Перчатки хочу на копье. Так, что этот камень делает? Через 5 секунд ворует 4 жизни. Улучшает лечение. Фух, места нет. Может, не стоило обижать копье? Хочу его обижать, оно вот сидит. Ну, у него за пустые слоты перед копьем оно ломает броню, но у врага не было брони. Типа... Так, ну это все можно купить по 1 золото. Лук. Лук с копьем. Лук нам тоже не вместить. Никак. Есть ли новые рецепты на лук? Да. С каким-то цветком соединяется. Может. Но это можно удачный лук собрать, вот этот. Который от критов играет. Но мы будем собирать удачную свинью, она уже попалась. И денег на... Ну, денег на лук хватит, но мне его не выставить. Он такой неудобный по размеру. Можно не собирать удачную свинью, собрать лук. Давай попробуем не свинью, а лук собрать тогда. Продать свинью. Как мы его вообще поставим? Он такой кривой. Окей, шлем, прощай. Лук, привет. Так, лук поставили. Хорошо. Теперь к нему два клевера. Сюда-сюда. Угу. Сюда банан. Больше ничего не влезает. Влезет. Так, мы можем в лук поставить вампирик. И можем поставить вот это еще. А, вот это сюда. О, желтый камень в бэкпаке теперь увеличивает базовую регенерацию выносливости. Желтый камень как пол банана? Ну, желтый камень хорош, походу. Да. Надо щит убирать, если я хочу вот это выставить. Ну и тогда вот так. И надеемся на пробитие брони. Видимо, да. А, ну тогда мы не улучшаем Денег нет. Место, дай место. Места нет, ничего нет. Окей, давай купим камень. Зачем я этот камень купил? Чит за 2 золота продается. У нас паника. Эй, пань, мы умрем. Мы все умрем. Молоток. 2 меча. Окей, у нее нет выносливости. Мы не можем ей проиграть. Никак. У нее 0 выносливости. Окей, спасибо, игра. Спасены. Спасибо, дудка, дудка, моя любимая дудка, еще и по скидке, класс. Счастливый лук. В начале боя дает 2 удачи. Когда оружие под действием лука критует, следующая атака лука бьет 2. Угу, хорошо. Хорошо. Так, что делаем? Что делаем? Давай на лук тогда вампирик ставить. Место нам нужно, без вариантов. И берем дудку.
Нам дудку не активировать, честно говоря. Никак. Дудка конфликтует с копьем, потому что копью нужно пустое место, а дудка требует предметов. Причем много маленьких предметов она требует. Ну вот это еще как-то более-менее выглядит, да? Места нет. Может, найдем? Не нашли. Можно еще один банан. Так, давай еще один банан. И дудку, наверное, придется продавать. Это все сюда. Смотри, в рюкзаке через 4 секунды дает 1 регенерации. Кстати, неплохо. Странно, что ни в луке, ни в копье нет много слотов для штуковин. Дудку вместо шкатулки. Дудку вместо шкатулки. Ну, чтобы не слиться, да? Так вот можно. Подожди, так лучше. Ну и шкатулку что тогда вообще не используем? Или не используем пока пробитие брони? Лук левее. Не, так хуже. Ну вот так более-менее из-за камней получается дудка такая. Более-менее дудка. Ну давай, надеюсь, у врага не будет брони. О, хотя никто броню не собирает, видишь. Лопата. Бананы. О! Ты знаешь, урон появился. О! Хорошо. Отлично. Уже что-то. Так, давай камни улучшать. Мне очень нравится, что желтые камни теперь пассивную регенерацию дают. Это прям классно. Разгоняем, наверное, копье, да? Потому что копье активирует лук. Вот так. Ага. О. Подожди, сюда вниз еще что-то под разгон можно было бы поставить. Опа! Желтый камушек. 20% регенерации выносливости. Слушай, так может нам бананы и не нужны тогда? Что думаешь? Так, нарегенерируем. Клевер. Попробуйте удачную свинью собрать тоже. Ну, свинья по скидке, наверное, нет смысла не брать. И... зеленый камень ускорить. А, в бэкпаке он... на него ускорение, наверное, не работает. Может и работает, но... он через 4 секунды дает регенерацию. Удачная свинья лук не бафнет вообще, но она даст... ей... она больше всего на щиты работает. Давай попробуем. А, на самом деле зеленые камни нам не особо нужны. Вот так даже лучше будет. Потому что нам шанс крита нужен для активации лука. Ну и я надеюсь, что вот мы без банана сейчас справимся за счет трех желтых камней. Посмотрим. Сейчас узнаем, как желтые камни. Брони у врагов все еще нет, но там, блин, вампирский меч. Три свиньи. Куда мы броню взяли? А, дудка, да. О, слушай. Нормально. Урон появился. Живем. О, а вот и щит для свиньи. Свинья, держи щит. Собирать зеленый камень, не собирать зеленый камень. Да,
Да, вроде выносливости хватает. Так, зеленый камень. Ну давай собирать, ладно, чё уж там. Давай собирать. А Губерт? Поздновато, наверное, Губерт уже. Места нет. Вот точно хочу вот этот щит. Он так хорош. Как мы его будем ставить? А без понятия. Не скажу. Давай попробуем брать банан. Так. Ну и все равно никак не уместить. Синий камень в рюкзаке накладывает через 6 секунд заморозку. Так, тут все хорошо, да? Угу. Ну, хотя нет, лучше вот так и вот так. Нет, не лучше. Как мне этот щит поставить? Физически никак. Ну, можно там убрать, с копье убрать можно. Так, щит лежит в запасе, ждет своего часа. Попробуем без банана. Пока свинья неудачная, щит не нужен. О, щит и без удачной свиньи тоже хорош. Две, а посох. Посох, метла и три заточки зелья. Так, ну мы типа ломаем броню. Ну слишком медленно, да? Давай, давай, критуй. Ну, о, две жизни. Хорош. Хорош. Слушай, ломка брони сработала. Копье критует по 20, но каждый крит копья дает двойной удар луку. Так что норм. Так, ну тут нам только стрелу брать, потому что нужны криты. Без вариантов. И вот это идеальное расположение для стрелы, да? Угу. Да, это идеальное расположение стрелы. Лучше никак не сделать. Потому что и дает давать удачу будут обе оружки, и обе оружки получают шанс крита. Ой, урон, крит урон. Ускоряй лук, фаннипаки в пол силы работают. Но я никак не смогу и копье, и лук в фаннипак. Никак, ребят. Вот перчатками можно лук. Вот здесь сейчас появился фаннипак. Например, можно вот так. И вот так вот, о. Теперь, например, так. А я щит хочу очень уместить. Перчатки хочется, все хочется, но нужно место. Ой, какая броня красивая. Прекрасная. С щитом вообще класс. Вместе бы их поставить. Так много места нужно. Так много места нужно. Переверни стрелу. Нет, стрела лежит идеально, ребят. Стрела перфекто. Вот сюда еще что-нибудь под нее, и будет вообще кайф. Корить желтые камни. Не, на них ускорение не работает, я думаю. Они пассивный эффект дают. Таких предметов в игре очень мало. Мы слишком распыляемся. Ну, броню точно не берем. Не влезает никаким образом. Будем искать место. Есть. И место есть у нас. Берем. Так, берем не думая. Теперь можно подвинуть вот так тебя. Надо ли? Так. Так, 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 так. Подожди, подвинуть стрелу, подвинуть лук. Ага. Так. Погоди, погоди, погоди. Сейчас, сейчас, сейчас. Сейчас что-нибудь придумаем. Это будет классно. Максимальная эффективность копья. Есть. Место под щит все равно нет.
Что делать? Вампирскую штуку? Свинью под клевер? Да, она пока этот с клевером не нужно ее соединять. Так, попробуем синий камень. Ну, мы улучшаем все камни, чё уж. Ставь лук влево на клетку, стрела усиливаться дудка начнет. Дудка не усиливает другие предметы, дудка разгоняет себя за счет других предметов. Дудка получает 10% скорости за каждый предмет под действием. Желтые камни соединить. Вроде нет у нас. Это все три разные камня. Стреле нужен еще один предмет под зад. Я не знаю, пока туда нечего поставить. Морковь? О, морковь. Кстати. А давай сделаем морковь. Тогда надо все сместить на один сюда. И морковь. Вот, под стрелу сюда. О, и, кстати, морковь хорошо для нас. Угу. И... клевер на удачу, и это сюда. Да, и играем без бананов, получается, да? Ну, получается, билд без бананов, дамы и господа. Ну, хорошо, давай без бананов. Кинжал плюс вампирик, еще одно оружие. Да, вампирический кинжал слабоват, нет? Да, он дает лечение за вампирические предметы рядом, а у нас вампирических предметов нет. Давай так. Синие камни в фанипак. Ну давай, может быть сработают. Сейчас надо в бою, кстати, посмотреть, бафает ли их фанипак. Сейчас проверим. Ты знаешь, да, вы правы. Но они все равно только один раз срабатывают, но срабатывают быстрее. Вампир-меч. О, где наш урон? О, победили! Ритануло копье под конец. Что это такое? Контейнер для сердца. Каждые 3 секунды дает регенерацию. Использует 7 регенераций. Дает 80 максимального здоровья. 3 силы. И твое лечение увеличивается на 15% один раз. Зеленый камень тоже хочется. Вот такой вот. Ну, наверное, надо сердечко брать. Имба с вампирик мечом? Да, я представляю, какая имба с вампирик мечом. Вообще жестяк. За Настю. За Настю! За Совенгард! За Шотландию! За Испанию! За себя. И за Сашку. И за Настю. Спасибо, Warrior, за донат. Спасибо большое за 100 рублей. За императора! За Нерзула. Но главное, за Настю. И за себя, и за Сашку. Контейнер будем покупать. Выглядит очень сильным. Или не выглядит. Куда мы его ставить будем? Я все еще щит не могу приткнуть. Мне кажется, нам... Откуда нам, нам регенерацию откуда брать? Ну ты вы правы. Наверное, это все-таки больше для вампирика. 7 регенерации мы не наберем, а у нас ее нет. Даже баночки ни одной нет. Давай место искать.
Рипсоблейд выходит на арену. Ну, пацаны, короче, это копье было весело, но знаешь, что это? Я вижу Рипсу, я покупаю Рипсу, потому что... Как бы это... Жить-то хочется, а, капитан? И мы сейчас свинью, кстати, улучшить можем. И нам место не надо больше пустое оставлять. Свинью улучшаем. Рипса так хороша. Она очень крутая. И в ней 3 слота под камни, так что... Вставляй в Рипсу все. 30% шанс бить по здоровью напрямую, да? Шанс снять дебафы. Мы желтые камни используем для регена. Денег больше нет. Тут у меня пустое место получается. В фанипаках пустое место. А куда бы их жашунуть? Рипса убирает 2 шипов и 2 регенерации с каждым ударом по оппоненту. У нее очень хороший урон и вообще она классная. Как применить фанипаки, чтобы они были нам хорошо? Ну, они им только дудки нужны, но на дудку тут никак. Ну, надо вот сюда как минимум вот так сделать, да? Тут все хорошо пока. Яд нам не нужен, наверное. Типа нет смысла не делать вот так. Мешок с морковкой вниз. Морковка должна быть возле этого, возле стрелы. Она стрелу активирует нам. Камни стрелу не активируют, не. Нормально, короче. В общем, ждем места. А, ну слушай, нет смысла не ставить банан, да? Ждем места, чтобы поставить щит. Копье, наверное, на продажу. Если вдруг сейчас придет корона, будем покупать корону. Шкатулку не убираем. Шкатулка нам нужна. О, мой бог, как много зелий! Особенно зелий брони. Сейчас было бы хорошо это пробитие брони. Да. Копья. Но я верю в Рипсу. Я верю в Рипсу. И Рипса доставляет. Спасибо, Рипса. Красавица. Единичка. Троечка. Катул. А, вот как она. Так, свинья работает на стрелу. И на щит. Давай еще крутить рулетку, искать место. Вот, это нам надо. Опа-па-па-па-па-па. 5% шанс крита за каждую удачу. Ты идешь сюда. Все, вот этот, кстати, камушек можно убирать смело. И да, это идеальное место для ошейничка. Криты будут. А щит? Щита опять не будет, да? Ой, все. Продать копье, еще один клевер купить. Ну, давай, да. Это тоже можно продавать. Кстати, можно купить морковь тогда. Слушай, а давай морковь купим. Щит я уже забил. Судя по всему, не судьба. Так что морковь в фанипаке. Мы можем Рипсу в 3 фанипака? По-моему, можем. Так. Во. Вот дудку еще вот в эти 3 фанипака, и так, чтобы она работала, но видишь, не получается. Не знаю, что в эти 3 фанипака еще засунуть. Щит! Никитка, спасибо большое за рейд. Спасибо огромное.
Как у вас стрим прошел? Надеюсь, отлично. Надеюсь, у вас был замечательный стрим. Щит. Спасибо большое, Хукумка. За рейд. Очень приятно. Панипак слева поднять к морковке. Так, тогда щит не влезет. Подожди, у нас сейчас операция всунуть щит. Мы всунули его. Но он не забафан свиньей. В идеале мы должны бафать свиньей щит и... щит и стрелу. В реальности я не представляю, как это сделать. О, у меня есть идея, пацаны. Смотри. Так, так, так. Так. Свинью. Так. О как. О как. И ты сюда, ты сюда. Мана нам, кстати, не нужна. Давай так. Будем снимать дебафы с оппонента. Угу. Угу. Так, желтый камень сюда. Шкатулка сюда. Ты сюда. И у нас не влез банан и морковина. И это не идеально, но это хорошо. А, камни в щит можно вставлять. Вы правы. Так, а в щит нам что нужно вставлять? Фиолетовые камни. Фиолетовые камни в щите очень хорошо снижают регенерацию оппонента. Прям классно. Давай вот этот пускай яд будет. Хотя нет, яд бесполезен, да? Тогда вот так. Угу. I like it. I like it. И мы можем еще морковку сюда вместить. О! И можно еще лучше морковку в фанипак. О! О! Хорошо. Насколько хорошо Варлок вообще понимает английский? Ну, я свободно говорю на английском. Погнали. Свинку на морковку и щит. Точно. Морковки же тоже там процентный шанс. Ой, карточки. Давно не видел карточек. Наверное, этому есть причины. Это что за покемон? Па-па-па-па, собери их всех. Это Вольпеншпильцхен. Заяц с клыками убьет тебя. Вау. Перфектный аметист. Да, я вижу скидку на легендарный камень. Это победа, да. Мы будем просто вырубать все лечения оппонентам. Вольпертингер увеличивает базовую регенерацию стамины на 0,7% за каждый баф, который у тебя есть. Каждые 5 секунд дает 3 бафа, которого у тебя меньше всего. Срабатывает на 15% быстрее за каждого пэта. За каждого этого питомца. Слушай, Вольпеншпильцхен, погоди минуту, ты большой, для тебя нет места, так что ты это... Погодь. Вот это точно нужно в броню. Вот это точно нужно для апгрейда. Вот это точно нужно вот сюда. И вот это точно нужно, чтобы было место. Так. А теперь... Давай делать, чтобы свинья подрубала морковку еще. О. И теперь... Ну, Вольпеншпильцхена купим на следующий ход. Нам как... У нас как раз этот... Нет, свинья не пэт, свинья аксессуар. Кролик. Это типа автобатлер? Да, это бесплатная демка. Backpack Heroes. Он так хорош. Морковь фанни пак.
Тогда свинью не получается на этот навести. Видишь? А нет, получается. Все хорошо. Вот чат шарит. Все, получается. Все получается. Банан? Банан нет. Наверное, можно, может влезть, но надо сильно много мутить. Норм. Пойдет. Хорошо. Из бесплатных демок Балатра уже заценил? Нет. Зато супер автобашни заценил вчера. Эпик автотауэрс. Тоже просто пушка. Вообще огонь. Я видел Балатру, но я подожду релиза. Вроде ходили слухи, что на релизе будет русский язык. Супер эпик автобашни очень крутые. Баран вместо шкатулки, шкатулку вместо двух камней. Окей. Спасибо, чат. Пока. Пока я базарил, чат придумал. Вы просто самое лучшее. Балатра — это мерзкий покер? Не-не-не, там классно. Балатра классная. Мы обязательно ее попробуем. Потом. Опа, кроссблейдсы. Давно не видел кроссблейдсов. Сейчас нам это навешают кроссблейдсами. Так. Да. Кроссблейдсы очень сильные. Их тяжело собрать. Прям очень тяжело собрать. Так, собрались у нас супер сапфиры. Сапфиры снижают... Этот на 40% снижает лечение врага. Этот на 25%. Вольпеншпильцхен. Давай затестим Шпильцхена. А место я где для него возьму? Че, кого ты тестить будешь? Кстати, шкатулка по скидке. Куда мы его ставить будем? Ну, наверное, вместо банана, да? Вместо банана это вот сюда. И... Шпильцхена сюда. Так, а вот эти два камня надо соединить как-то. И как-то, где-то, куда-то. Вторую шкатулку, места нет, ничего нет. Место заморозить, синий камень. Нам не очень нужен. Место очень нужно. Давай, давай, Хукумка, удачи тебе. Желтые в лук и меч вместо синего. Нет, желтые нам дают регенерацию выносливости, нельзя. А синий тоже, блин, плохой. Довольно. Ну, временно можно. Давай вот так. Давай так, синий пока здесь. Вопрос, ставить ли вторую шкатулку. Наверное, нет. О, куда я ее буду ставить? В какие? Какие города? Где нам... 4 золота можно насобирать продажами, чтобы купить место здесь и сейчас. Вместо нижней морковки. Ну давай. У нас две жизни. Две жизни — это много. Вся жизнь впереди. Чего мы? Чего мы боимся? Боимся вампирского меча с двумя вампирскими перчатками и вампирской броней и вампирским амулетом. Да? Хотя, по идее, мы лечение оппонентам вырубаем. Поэтому, может, вампирика не будет работать? Может, и не будет. О! Вот он! Вот он, меч моей мечты! Вот в него много камней влезет. И идея в том, чтобы ставить в него в него нужно ставить синие камни, и тогда он будет игнорить броню. Но у меня нет синих камней.
У меня нет высокоуровневых синих камней. Я могу вот в него сейчас два поставить. Но я скипал их, у меня его не было. У меня два синих, но это мало. Даст 50% шанс. Надо 100, иначе он бесполезен. У меня есть три фанипака под него. Но это нужно продавать и репсу, и лук. И оставлять только его. Он наносит много урона. У нас есть две морковки, чтобы силу давать. И у нас есть Вольпеншпильцхен, который в теории будет давать нам силу. Наш билд лучше этой фигни. Надо было его раньше находить, да? Его нужно было найти раньше и собирать синие камни сразу. Уже поздно. Я согласен. Я абсолютно с вами согласен. Это бронька по скидке. Перчатки на разгон по скидке. Вот это хорошо. Уместить бы теперь броньку рядом с щитом. Ну вот так она влезет. Как же свинка под щит? Ну, видимо, нет. Видимо, не влезает. Места нет. И вообще нет, столько всего лежит. Куча хлама. Зато сюда можно повставлять камней. Так, все, мы отключаем лечение оппонентам полностью. Синие камни фигня для нас. Ну, наверное, можно сюда поставить. Вот тут еще ряд сделать туда свинку. Вторая коробка без надобности, да. Перчатки надо заморозить. Желтые камни соединять. Где? У нас... А, да, вы правы. Точно, вы правы. Подожди, что-то не то. Ну или ладно, с Вольпеншпильцхеном хватит. Что за камень сверху за один золото? Это просто типа камень метательный. Не такой, как у нас. Типа кидаешь, во урон наносишь. А, ну да, щит, броню местами поменять. И теперь свинка работает, окей. Угу, логично. Логично. Так, еще бы святых предметов каких-то. Что-то со святыми предметами у нас не очень, ну... Ладно, короче, пошли в бой. Ого. Перчатка, сердечко. У нас репса будет, если что, сердечко снимать, реген. И шипы тоже будем снимать. Ну, репса. Репса тащит. Репса. О, второй Вольпеншпильцхен. А вот и синий камень для этого. Вот и синий камень для... большого меча. Ну, синий камень последнего уровня будем брать, потому что это полный игнор брони. 100% шанс ударить, бить напрямую по здоровью. Такой будем брать. 16 золота надо. Давай маленький синий продадим, большой купим. И его в лук, наверное, да? Потому что лук у нас должен много урона наносить. Кролики должны друг друга бафать. Надо... надо это, кролика заморозить. Тогда перчатки нет. И поставим двух королей. Потом место найдем, как обычно в это время. Я искал место и не находил себе место. Что еще придумать?
Что тут придумаешь? Ничего тут не придумаешь. Камни надо соединять как-то. Как-то где-то соединять их надо. Потеряем на один ход фанни-пак, но сейчас решим проблему с камнями. Окей. Один ход без фанни-пака на луке, ну, нормально. А, еще можно вставить сюда. Ай, точно, мы же стрелу морковкой включали. Ладно. Один ход так. Давай один ход так. Давай это. Давай так. Нормально. Пойдет. Давай. Фанни пак на клетку вниз. Ну и чего на... Ну... А, окей, вы правы. Вы правы. Окей, все хорошо. Чат, большой мозг. Чат шарит, молодцы. Что нас в бой не пускает? Пусти меня. Алло. Сковорода. Сковорода, вампиромеч и губерт. Из губертской губернии. Надо сейчас посмотреть, кто у нас больше дамажит. Рипса или... Рипса или этот лук. Как посмотреть? Я никогда этим не занимаюсь. Рипса больше дамажит, ты знаешь? Ну, получается, все-таки надо тогда рипсе ставить пробивание брони. А не луку. Окей, хорошо. Есть 10 кубков. Победа. Место. Новая музыка. Угу. Так, тогда ты идешь в рипсу. процентов ускорения регенерации выносливости. Так, тут можно камни тоже подулучшить. Ага. Короля хочу. Короля не врезает. Да, хочу короля, вот хочу, не могу. Блин, можно вот этого, чтобы бафнуть короля. Птица по скидке заманчива. Для короля у нас нет места. Давай птицу по скидке. Теперь вопрос, как птицу поставить. И что она нам будет вообще ускорять. Ну вот так надо птицу. Либо вот так. Либо... Вот тоже нормальная птица. Короче, нужно место. Кроль, прощай. Это полное пробитие брони. Так, ты сюда. Птицу давай как-то. Так, это надо сюда. А здесь сейчас для птицы птичник построим. Вот так надо. Или вот так. Что мы хотим разгонять больше? Броню или дудку? Броня снимает яд, так что дудку.
Чёрт. Так, ну так же не получится, да? Получится. Окей. Вот так. Подожди. Я запутался. Помогите! Люди! Получилось. Кошка. Кошка тут лежит. Ой, окей. Я хочу вот этот камень еще купить. Так, 3. Это будет 5. 6. А нам нужно 7. Фанипак на дудку и на птицу. Точно, фанипак на дудку и на птицу. Фанипак на дудку и на птицу. Ура! Получилось! Окей, ставки. Пройдем ли выживание? Поехали. Так, я хочу вот этот камень все-таки для лука. Чтобы мы броню игнорили полностью. Ну, надо все продавать тогда. Так. А этот нам не нужен. Надо было вот этот продать. Хотя нет, может быть, заапгрейдим до сотки. Может быть, заапгрейдим. Давай сюда. Нормально. Пойдет. Так, здесь соединяем. Здесь соединяем. Все хорошо. Денег нет. А может, мы такой же найдем и еще улучшимся. Все хорошо. Птица лежит. Поехали. Птицу бы в идеале рядом с кроленем. Но... О, новое копье. Что оно делает? Снимает дебафы и тоже броню разрушает. Понял. Ну, а мы броню игнорим. Не полностью. Лук. У лука 70% шанс игнорить броню. Надо добить до сотки. Вторая репса. Не-не-не-не-не. Вторая репса не нужна. Место нужно. Место даже не думай. И давай корону. Вот много чего хорошего есть в игре, но корона так хороша. И мы, кстати, ману-то зарабатываем. Смотри. Еще при атаке... Атаки у нас дают ману. Так что вообще кайф. Корона смотрится. Корону к броне. Не, лучше под птицу. Да и я не могу. И мы этот угол не трогаем до конца игры. Все. Забудьте. Нельзя, нельзя трогать этот угол. Если мы тут начнем переставлять, я чокнусь. Ну, в идеале нам бы кроленя сюда, да? Вот так. Кроленя к птице. Птица разгонит кроленя. Вот это легко сделать. Это я сделаю. Больше ничего делать не буду. Камень в меч. А, ну давай, да. Давай. Место, наверное, надо заморозить или не надо? Может и не надо. Может и надо. Наверное, надо. Все. Поехали. Морковь продай. Нет, морковь стрелу активирует. У нее важная миссия. Смотри, вот тут многие собирают броню, а мы ее просто игнорим. В итоге мы собрали имбу. Потому что нам вообще пофиг теперь на вражескую броню. Вот просто наплевать. Мана. Ману для короны, кстати, взять. Не, мы маны достаточно, чтобы корону активировать. Собираем с оружек, вроде бы. А, что нам еще надо? Щит ману не использует, броня тоже. У нас, короче, ману только корона использует. Ну, клевер всегда хорошо, да.
Давай что-то еще поищем прикольное. Ай, вторую броньку с удовольствием бы. Фаннипак. Фаннипак минимум на птицу поставить, да? Максимум на что-нибудь еще потом можно будет. Ага, это сюда. Да. Хорошо. Так, что еще? Дракончик по скидке, но он не успеет вылупиться. Такой меч нам нужен? Не. Ой, не меч этот. Так, еще можно сделать. Вот. А, в корону, кстати, камни тоже вставляются. Так, давай, это в корону. Угу. Отлично. Ну, вроде неплохо. Вроде чё-то собрали, да? Мне кажется, у нас перебор фиолетовых камней в броньке, ну пофиг. Короче, смотри, мы две механики врага игнорим полностью. Броню и лечение. Враги не могут блочить, не могут лечиться. Всё? Как бы... Что нам еще нужно? Ну, урон нужен. Урон у нас какой-то. Небольшой... Но они ничего не могут сделать. Смотри, вот вампирик. Вампирик у нее просто не работает. По идее, мы сейчас собрали неубиваемую ересь. Абсолютно неубиваемую, непроходимую ересь. Немного лечатся. А, скорее всего, там какие-то есть специальные эффекты, которые, может быть, считаются технически не лечением. Лечится по 0.1. А может быть, есть ограничения, типа максимум 95% снижения. Может быть. Но мы реально собрали сейчас вот неубиваемую ересь. Чёс полный. Полный в чёс. Даже не знаю, что нам теперь надо. А, наверное, лампа Джина норм. Я её могу направить на этот... На репсу. Я могу даже направить на лук, что в теории лучше. А, ну тогда она не будет под птицей. Не, давай лучше. Давай на рипсу. Ну, да и все, да. На самом деле тебя могут передамажить. Да, у нас урона мало. Если у кого-то будет билд полностью на дэмэдж, и игнорирую, не собирающий ни броню, ни лечение, ничего, тогда мы проиграем. Но все собирают какую-то защиту. Никто не играет в чистый урон. Потому что тебя будут убивать за двух критов. Как называется игра? Backpack Battles. Вот. Битва рюкзаков. Все, победа. Отыгрались. Слушай, ну, вначале было прям тяжко, а потом собрали имбу. Мы, я думаю, могли еще так же 10 раундов пройти. И 20, и еще сколько-то. Апнутый щит не очень? А, нет, щит хорош. Эффект щита не было видно, но, блин, он делал эффект, он что-то делал. Он блочил много урона, я думаю. Надо было посмотреть. Ну. Щит очень классный, просто его визуально незаметно, когда он работает. Он работает. Давай автозвери. Ой, ребят, все на сегодня. Все.